Дядя, тети, здрасте. Сегодня, по названию вы поняли. Вот это Манечка, надо сказать, что будет, но пирог из этого, скажите. Пирог. Вот так, это для поднятия настроения. Это, друзей, магнитики, Баку, Бердянск. И пирог его. Правильный мужицкий пирог. Сколько тут сантимов? Коробок спичечный, да? Берем мясо. Индейка. Мясо, индейка, ну, любой подойдет. Лук. Лук с этим. С уксусом. Ну, можно. Да, можно с уксусом, лук. Можно без него. Все это дело перелаживается, посыпается приправами, солится, перец, все, всякую там дребедень. Вот так, уксуса чуть-чуть. И все это дело в духовочку. Духовочка уже там разогрелась. Тена, он видно, красненькая. Ну, сколько приблизительно? 200 градусов. И сейчас будем все это дело готовить. Евгеньевна. Добавляет еще майонез. Да, для пикантности. И ждем с полного приготовления. Я забыл сказать, на сколько времени. Надо ставить на сколько, чтобы оно прожарилось хорошо. Поэтому и не помню. Олька уехала в гости, а мы тут с другом и с Катькой остались наедине. Ну, наедине с этим вот пирогом. Короче, сейчас мы его будем уничтожать. Оказывается, горячо. Вот такое вот оно получилось. Пирог сочный. Ой, полностью уже готов. Вот такая вот красота. Ой, запах я вам не передам, конечно. Ну, все, наверное, вам до свидания, потому что, ну, куда уже что-то еще рассказывать. И нечего рассказать, и уже и все, не. Слов нет, слюни текут. Тут такой запах. Всем спасибо, всем большущие приветище, и самое главное, не болейте. Ой, ну это чудо. Я в описании напишу, вкусно было или нет. Ну и по скриптум, как всегда, куда ж без него. Тут еще, оказывается, Олька накидала этого. Ой, картошки. Тот раз делала она полностью без. Ой, без ничего. А тут слой такой тоненький кинула. И вот это все. В соку, ай да как пахнет, а. Ну и все. Всем приятного аппетита. И до скорой встречи.